I need some motherfucking armor. Yes, just waste all my healing salvos, please. You know what'll be nice? Some goddamn herbs. Of course. I should probably make like a garden or something. Это я, Игорь. Вы же помните меня, профессор Семенов? Столько лет прошло. Я думал, вы давно на пенсии. Но мы ведь с вами люди науки. Наверное, отдых просто не для нас. Игорь, я так рад тебя видеть. Вот только что ты здесь делаешь? Здесь опасно? Что вы здесь делаете, профессор? Вы действительно сотрудничаете с нами? Вы знаете, чем они занимаются в зоне? Знаете, как обращаются с самоселами? Игорь, успокойся, пожалуйста. Мое дело наука, как и всегда. А политику и бюрократический вздор я оставляю другим. И чем же конкретно вы здесь занимаетесь? Обо мне не беспокойся. Я не превратился в доктора Менгеле. Я изучаю местную фауну. Удивительные создания, очень опасные. Полагаю, тебе довелось с ними сталкиваться? Есть данные, полученные еще до Чернобыльской катастрофы. Очень важно собрать всю доступную информацию. Дай человеку дух перевести, а то он начнет тебя подозревать. Похоже, его просто заставили работать с НАР. Так мне кажется. Значит, это Семенов? Скользкий тип. Я бы ему на твоем месте не доверяла. Отчеты в заброшенном детском саду? Это был непростой детский сад. В те времена за нами все время следили. Люди, которые хотели нами управлять. Я пытался тебя от этого оградить. И здесь архивы КГБ. В этих подвалах можно многое найти. Скажите правду, профессор. Вы подписали с НАР какой-то пакт? This will stop me from killing you and taking all the stuff for myself. Я подписал договор о неразглашении и рабочий контракт, да. Но я не отвечаю за то, как они управляют своими объектами. Для этого есть другие люди. Ты понимаешь, как важно то, что здесь происходит? Такое нельзя доверить дуракам в униформе или дуракам в костюмах от Армани. Чтобы изучить свойства чернобылита, нужны настоящие профессионалы. Я не видел Татьяну 30 лет. У меня, кажется, провалы в памяти. Я не помню, что произошло в ночь аварии. Мне нужно найти ее и выяснить, что с нами случилось. Четвертый реактор. Ужасная катастрофа. Некоторые наши коллеги отдали жизнь из-за ошибки в этом эксперименте. Вот что бывает, когда политики начинают управлять учеными.
Татьяна, такая чудесная. А твой друг Борис, вы везде ходили вместе. Я называл вас своими тремя мушкетерами, помнишь? Слушай, охрана скоро вернется за мной. Не хочу, чтобы они навредили тебе или задавали ненужные вопросы. Как мне с вами связаться? Я сам тебя найду. Теперь иди. Why would you do that? Oh god. Yeah, that ain't scary at all. That thing was terrifying. Better question, why the hell is there green people down here? Better yet, why is this place empty? Am I missing something? I probably am. Whoa, it looks like a pit boy. Ah, damn it. That's not what I wanted. That's what I wanted. Oh, you can't come. Stupid professor. Come on, man. I need you guys to succeed. Nothing to say? Oh, Olga, where'd she go? Oh, I'll put some stuff away. Damn, I think I'd be running low on shots already. What's up, buddy? Тебя-то я ищу, сталкер. Что такое? Как успехи со скрытнями? С тенями. Делаю все, что могу, но эти существа опасны и не пред... Мне можешь не говорить. Они достаточно моих друзей убили. И, как я понимаю, у Нар с ними дела тоже идут не очень-то гладко. Выглядят они жутко, но убить их точно можно. Наводишь дробовик на их башку, или как это уродство еще назвать, и нажимаешь на спусковой крючок. Тени умеют совершать короткие прыжки в пространстве и времени, поэтому они так опасны. Но убить их — это еще не самое сложное. Мы не сможем отбиваться от них вечно. Нужно выяснить, что они такое и откуда появляются, а затем разделаться с ними окончательно. Нар наверняка как-то в этом замешаны. Я в этом уверен. Ясно. Расскажи, пожалуйста, если узнаешь что-нибудь еще. А я пока продолжу отстреливать им уродливые бошки. Привет, Ольга. Yes, train me. Health bar increases by 3 points. I might actually do that. Yeah. Отлично. Я готов учиться, великая охотница. Только никаких шуток во время тренировки. Не то организую тебе под зат... Сегодня я покажу тебе, как продлить себе жизнь в зоне. Уметь использовать аптечку, лечебные мази и травы важно, никто не спорит. Но я буду говорить не об этом. А о чем тогда?
о решимости, мужестве и целеустремленности. О способности поступать правильно, несмотря ни на что. Я понимаю, о чем ты. Но как это связано с навыками выживания? Ты слышал истории о людях, которые в отчаянной ситуации делают, на первый взгляд, возможные вещи? Например, о пожилой женщине, которая сумела поднять трамвай, под которым застрял ее внук. Я уверен, что это городская легенда. Пусть так, но внутренняя дисциплина и сила убеждения способны на многое. Позволь спросить, ты готов умереть ради Татьяны? Без малейших раздумий. Хорошо. Но тебе важно понять, что она не хочет, чтобы ты умирал. Ей нужно, чтобы ты жил. Живи, Игорь. Это единственный шанс достичь своей цели. Okay. You just giving me a talking to? Okay. Hell yeah, health increased. Молодец, профессор. Нельзя стать мастером, не пролив пота, крови и слез. I should probably build some comfort. What the hell is this? I guess these lights can be blue, so people know it's like a living area. Blue will be for living area. I should make an armor station. I didn't make one yet, did I? Okay, good. So I'm not sure what I'm doing out down here, but... I mean, the ghillie does give protection. Some armor for the others. Oh, great. I gotta repair my armor too. Нам нужно по-другому. Давай. Секретах. Каких-то конкретных секретах? Ты знал, что результаты медицинских исследований после бомбежки Японии были засекречены? О, ты всегда знаешь, как начать день на веселой ноте. А вообще это неудивительно. Мне об этом рассказал один американский дипломат. По его словам, армия США была в шоке, узнав о том, pretty sure a lot of people were shocked about how deadly that was. Они же Манхэттенский проект вбухали больше 20 миллиардов долларов. После такой выдающейся победы они не могли рассказать общественности о заражении. Даже американские солдаты, которые помогали японцам отстраивать города, начали болеть. Так что власти конфисковали всю медицинскую документацию, как японскую, так и американскую, и засекретили ее. Печально. Главным преступлением ядерных держав перед своими гражданами было то, что они не признались,
что длительное воздействие даже низких уровней радиации может быть опаснее, чем высокая доза, полученная за короткий промежуток времени. Да, такие секреты убивают людей. Поменяемся, Оливер? Конечно. Learn about history, man. I wish it would, when you put give them armor, it would, they would change. I don't know. That's just a little. That's a little thing. I wish we're better. Okay, can you like fucking stop? So how do I maintain my armor? What? Do I just put it on me? But how do I increase it? Damn it. Vegetable garden makes food. I need to do that. I need to do all of these. Okay, well, how do I upgrade my armor? Ah, whatever. I'm sure we'll figure it out eventually. But for now, go sleepy sleep. And then call it. The refugee. Save game. Alright, I'll catch you guys next time. Peace.